наравне с чаем, вином и квасом. Сбитень также является древнейшим напитком. И по сей день он один из самых популярных в мире. Летом его пьют в охлажденном виде, зимой подают горячим. Это натуральный продукт, в основе которого содержится мед, солод, вода, различные травы и специи. В Даугавпилсе этот приятный на вкус ароматный напиток представлен в магазине «Балатон», который находится на улице Парада, 17, а также в магазинах «Алус Унвинс», расположенных на улице Стации 129 Йод и в торговом центре «Мадера» на улице Арду, 21. Сбитень 4,5% алкоголя содержит, то есть это слабоалкогольный напиток считается. Он из классификации пива, у него та же абсолютно технология, вот, но у него отсутствует хмель. То есть полностью отсутствует горечь, и он, сам процесс сделан на меду, на натуральном меду. Поэтому это близко довольно к нам напиток, потому что мед все знают, все любят. Он очень хорошо согревает. Сам напиток сладенький, очень приятно, легко пьется. Его подогревать нужно где-то примерно до 40-50 градусов. Только не вздумайте сбитень кипятить, иначе напиток будет испорчен. А вот добавить в него листик мяты можно. Это придаст некую изюминку. В магазинах сети Alkaline сбитень представлен в широком ассортименте. На выбор покупателя предлагается 4 сорта этого напитка. Сбитень с черносливом и клюквой. Сбитень с байкальский и пряничный. Чтобы выбрать свой напиток, советуем попробовать каждый из них. Поверьте на слово, разочарованы не будете. Приближаются всеми любимые рождественские и новогодние праздники. И игристое такайское вино, несомненно, станет украшением праздничного стола. Такайское игристое является уникальным вином. И даже для Венгрии, страны-производителя, оно считается редким напитком. А в Латвии его можно приобрести только в Даугавпилсе, в магазинах «Балатон» и «Алус Унвинс». Делается оно из очень хорошего натурального такайского вина, не из чего-то другого больше, именно с такайского вина. Вот. Потом вызывается вторичное брожение, и получается такой чудесный игристый напиток. Магазины «Балатон» и «Алус Унвинс» предлагают два вида игристого такайского – полусладкое и брют. Хорошее игристое вино – это всегда подарок, всегда праздник. И как подарок, кстати, но очень тоже хороший. Итак, хотите насладиться вкусом уникального игристого такайского вина и настоящего сбитня? Добро пожаловать в магазин «Балатон», который находится на улице Пардас, 17, а также магазины «Алус Унвинс», расположенных на улице Стации 129 Йод и в торговом центре «Мадера» на улице Ароду, 21. И еще, магазины сети компании «Alkaline» также предлагают своим клиентам услугу по доставке вина и пива для организации свадеб, банкетов и других торжеств. При необходимости предоставляется охлаждающее оборудование. Получить более подробную информацию можно по телефону плюс 371 22 811 444.